Всем приветики! Недавно в Стиме была распродажа, и на этой распродаже я закидывал себе деньги на Стим, с карточки прямо на Стим. И вот я решил поделиться информацией о том, как это сделать. Буду показывать на примере Беларусьбанка, интернет-банкинга для Беларусьбанка, потому что у меня именно карточка от Беларусьбанка, поэтому для Беларусьбанка, а как в остальных, не знаю, узнавайте сами. А для Беларусьбанка мы переходим в платежи и переводы. Ну, получается, вот главная страница, мы зашли в интернет-банкинг. Затем мы переходим в платежи и переводы. Выбираем систему расчет. Далее мы выбираем... Вот мы заходим в систему расчет. Ну, то есть платежи и переводы, система расчет. И у нас такая вот как бы открывается такой список. И в этом списке мы выбираем... Нужный нам платеж. Он находится в интернет-магазинах и сервисах. Далее выбираем игры, социальные сети. Так как магазин у нас это домен. Ну, вернее, название магазина в игры социальной сети. Далее название магазина. У нас Steam, поэтому от А до З. И выбираем S, Steam. И вот... Два варианта. Steam Powered.com через BPS Сбербанк, либо через Prior Bank. Я выбирал BPS. Нажимаем. Выбираем карточку. Далее нажимаем, когда карточка выбрана, нажимаем продолжить. Далее пишем ник. Пишем, например, ваш. Ник. Ну, я к примеру, вы пишете, естественно, свой ник. Продолжить. Далее вы пишете сумму, там, например, сколько вы захотите закинуть, там, например, 10 там белорусских рублей. Продолжить. И все, дальше нажимаете оплатить. Даже можете написать имя платежа, например, Steam. Steam. И сохранить этот платеж. И в следующий раз он будет у вас где-то там сохранен. Я не знаю, я не сохранял, вы будете просто повторять этот платеж. А так нажимаете кнопку оплатить. Только проверьте, чтобы ник точно был введен, потому что это не мой ник. Если я сейчас нажму направить, и у кого-то есть такой ник, то к нему просто придут мои деньги. Вот, поэтому проверяйте ваш ник и нажимаете оплатить. И все, и вам приходят деньги. Вот. И дальше уже можете их тратить. Причем они очень быстро приходят. Мне пришли, наверное, за минуту, за две. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.